Друзья, в Доте вышел долгожданный Battle Pass, но, как вы знаете, пополнить Steam и купить его в наше время довольно затруднительно. Зато у наших друзей с Epic Loot вы можете это сделать бесплатно. Для всех моих зрителей Battle Pass Helper выдается бесплатно. Прокачай его до 60 уровня и залутай ДК Хука. На каждом 15 уровне гарантированно получи Аркану или 40 уровней Battle Pass в Доте. Хотите больше? Тогда держите ивент «Охота за сокровищами». Помогите Кумке добраться до сундуков и получайте еще больше шмоток и уровней БП за сделанные шаги. Играть в режиме можно также бесплатно один раз в час. А по ссылке под видео вы можете получить дополнительный пузырек жизни и также 15% дополнительно на баланс, использовав мой промокод. Дерзайте, друзья! Доброго времени суток, друзья! Мы поиграем сегодня в Thunder Code RPG и будем это делать за Пуджа. Так как Пудж, в принципе, имеет неплохие способности для того, чтобы усиливать свою физическую атаку, а под мету с физическим уроном это заходит максимально прекрасно, поэтому будем пытаться затестить его и посмотрим, что из этого получится. Если вы вдруг забыли, то у нас переработанный здесь ультимейт, как бы весь упор, точнее, идет именно на ультимейт. Так, давайте сюда вот вернемся. Где-то, если не ошибаюсь, тут можно так встать, чтобы можно было вонять и при этом не получать урон от крипов. Сейчас мы это попробуем. Значит, смотрите, ультимейт у нас. Давайте все-таки попробую где-то встать. Нет, далековато. Это вроде бы сделалось. Где? Вот на твоей любимой. Разве? Ну, сейчас попробуем. Да, вот мы отлично, мы воняем, можем фармить, это прекрасно. Значит, смотрите, друзья, ультимейт у нас дает пассивку, которая при определенном количестве убийств крипов будет давать следующие бонусы. 100 убийств, 5000 здоровья максимально, 250 убийств, 7% регенерации здоровья, 500 убийств, 500 крипов, 200%, 250% усиления заклинаний, 1000 убийств, 20% урона от атаки и 2500 убийств крипов, это будет у нас 20% снижения получаемого урона. Также мы увеличиваем нашу модельку, увеличиваем урон от атаки, помимо всех этих прекрасных бонусов. Вот, собственно, да, вот на таком пудже будем с вами сегодня играть. Интересно, смогу ли я хилиться? Да, я хилюсь. Будем играть на таком пудже. Постараемся его собрать через руку. Посмотрим на различные комбинации для сборок с ним. Ой, тихо. Не дамажим, парни, меня. Так, рунки все собрали? Здесь собрали? Да, вот здесь последняя. Где? А, я понял. Так, а на какой? На третьей минуте, да, будет руна еще? Нет, на пятой. На пятой. У меня немножечко, кстати, залагал звук вонючки. Я так понимаю, теперь это будет висеть всегда, поэтому давайте звук игры мы сделаем потише. Вот, прекрасно. Сборочка у нас будет, в принципе, стандартная, классическая. Будет дико интересно посмотреть, как она будет себя проявлять в рамках героя Пудж. Можно, конечно, и через магию на нем попробовать поиграть. 250% усиления заклинания, это тоже много. Но, как мы знаем, маги не так хорошо пробивают боссов. А наша все-таки основная задача это как раз-таки убивать боссов. Поэтому пуш с руки forever. Ну и плюс мы сейчас с вами настакаем силы. Урона будет с руки еще больше. Что не может не радовать. И благодаря вот таким вот всяким абузикам маленьким мы можем с вами фармить крипов. Причем сразу на двух стаках. Так, давайте похилимся. Ну, можно, в принципе, подождать. Блин, если интересно, я переподключусь. Звук вонючки исчезнет у меня или нет? Тихо. Чуть было не было. Сейчас бы как подслились.
Было бы неприятно. Ты если выйдешь только на фонтан встань, а то у тебя пушка на автоатаку встанет. Это да, я в курсе. Ну, спасибо, что напомнил. Не, я выходить, наверное, не буду, толку от этого нет. Мирана, конечно, поначалу разгон супер приятный имеет. А у тебя разве хук... У тебя же хук тоже должен шатать. Нет, уже не сшатает. Да? Я пытался. Ну, мне он и не нужен пока что. Если бы, конечно, что-то было бы приятно. Я просто играл на ПЖ до реворка, я не думал, что поменять хук тоже. До реворка, да, нормально. Я, там вообще почти всех крипов шотаешь. До следующей локации. Это уже древними считаются все. Ну да, таких уже не пошотаешь. Так, есть медасик. А, думаю, дальше мы с вами пойдем в привычный нам Belt of Tarrasque. Нужна немного регенерация хп. Ой, там золотой крип. Сейчас 70 секунд откадешься медасик, и мы съедим этого замечательного крипа. Геймплей довольно занятный на первых порах в режиме хардкор. Особенно если ты милишник, страдаешь вот так же, как фантомочка. Ого, у тебя скорость передвижения. Вторым. А первым не проще фармить, все-таки по области будешь бить. Я все равно медасом фармлю. Так, прокачаем еще немного рот. Там рунки через минутку появятся. Мирана, заберешь вот здесь руну? Через минуту. На какой минуте она появится? 7:30. Мирана, а сколько у тебя крипов? 28. 28, с ума сойти. Так, смотрим. А, все. Belt of Tarrasque есть. Уже поприятнее стало. Я думаю, в Кингсгвард можно будет дальше выйти. Сейчас возьмем с вами еще одну Тарасочку. Можно еще, кстати, Радик собрать для силовиков. Ну да, Радик для магов. На физовиков собирать смысла точно нет. Но нет, Радик я пока собирать не буду. Я все-таки пойду максимально через физику. Потому что знаем мы, как тут работает магия. Ну, по крайней мере, с Belt of Tarrasque меня уже и крипы не шотают. Ладно, давайте мы слетаем. Съедим вот здесь крипа. А там нет золотого, слушай, нигде? У меня нигде нет. Главное, ни на кого не нарваться. Здесь нету, да? Ну ладно, в принципе. Это... А, понял, фантомка наигралась. Наверное, надо было берсерки с армор забрать. Ого. Так, только не говорите. Что такое было? Не говорите, что мне придется соло продолжать. Нет, там какая-то пассивка была. Замедление? Да, и я подумал, что за фигня, она урон, что ли, мне типа наносила, это у меня вот эта фигня причина. Я думал, сейчас сдохну. Ну, давай, осторожней, нас осталось двое. Так, а где...
Я что хотел купить вот это. Так, давайте сходим, съедим крипам. Найс, тарасочка есть, и с тараской сейчас уже будем веселиться поинтереснее. Давайте, наверное, соберем все-таки берсерк армор, хотя, наверное, вот ЧБФ какой-то будет собрать. Вот такую вот маску, чтобы регениться дополнительно. Ой, золотой крип. Где ты раньше был, дружище? Ну, у нас, в принципе, 100 убийств. Осталось 70... Точнее, 65 крипов. И мы будем получать дополнительно, кстати, вместе с нашими тиммейтами, плюс 5000 здоровья. Что есть прям гуд. Максимальный гуд. Умри. Ладно, не буду бегать искать крипа, который у вас есть. Возможно, это бы мне больше профита дало. Но больше всего профита будет именно пойти и съесть какого-нибудь золотого с вот этой локацией. Тогда да, тогда прямо все прекрасно будет. А так, бегать вот это туда-сюда лишний раз. Так, БФ есть, давайте... Берсеркер армор соберем. Захватим походу руну. Также надо будет не забыть обязательно собрать шард, который даст нам пассивный блок урона от всех источников, основанный на нашем максимальном здоровье. На секундочку, это довольно много будет. Не хочу пока на тех крипов выходить, по крайней мере, без берсерк армора. О, золотой. А вот теперь можно. Больше силы получать. И давайте соберем Кингсгвард. На самом деле уже потихонечку становится скучно, вот как по мне, играть в данный режим. Учитывая, что мета вообще не меняется, что физовики тащат, а интовики страдают и не знают, чем себя занять в лейте. Это вот прям очень грустно. Хочется, чтобы вернули какой-нибудь старый WoW Discord, чтобы прям хорошо так в какой-то момент начать резать броню врагам. Не броню, а маг-резист. И это было равносильно, как для физиков, выводить в минус сильно броню. Чтоб физическое сопротивление, когда у врагов слишком низкое, там от каких-либо критов они чуть ли не шотаются. Вот это было замечательное время. Но разрабы посчитали, что маги слишком сильные. Хотя в тот момент, мне кажется, я ходил и жаловался, что физики тут вообще не тащат. Просто, мне кажется, сейчас со временем поменяют эту мету. Вернут, что называется, все взад. И мы будем снова страдать, почему физики не тащат. И теперь, в принципе, можно выйти в максимальный дезолятор.
Так, у нас еще 2 крипа и будет плюс 5000 хпшки. По идее, уже должно быть. Но как-то я их не вижу. Быть может, я что-то неправильно посчитал. По идее, уже должно быть. Ладно, давайте возьмем шард. Ну, все, теперь крипы нас, в принципе, не пробивают. И продолжим апать дизоль. А, вот появились с хпшки. 16 тысяч. Очень даже жирно. А, очень сочно это смотрится вместе с нашим шардом, который блокирует урон, основанный на нашем максимальном здоровье. Так, вампиризм заклинаниями. Пусть будет. Так, ну мы, получается, сейчас дособираем себе максимальный дизоль. Апнем максимальный БФ. Апнем Белт оф Тараск. И выйдем, наверное, в Кирасу. Криты как бы еще нужны. Криты, может, попробуем найти скиллами. Какой-нибудь скилл Джаггера прям вообще сочно будет смотреться. Когда-то Пуджа собирали исключительно через его магические способности за счет таланта. Там, правда, было не 250%, а если мне память не изменяет, процентов 600 где-то. Так, нужен золотой крипчик. Тут по-любому где-то есть. Не могу вспомнить, какой нет. Я предмет еще не собрал. Криты, дизоль, Тараска, Кираса. Белтов, Тараска. Бери вторую Кирасу. Ну да, две Кирасы — это хорошая тема. Вместо дизолятора я потом БФ возьму. Так, а мы потихонечку подходим к второму бонусу. 7% регенерации здоровья. 7% регенерации здоровья, да, все. Это все, что я хотел сказать. 250 крипов там надо добить. Ой, золотой, прекрасно. Как раз откадешился. Так, давайте Белтов Тараска. А, вспомни, что я не собрал. И что же? Бабочку. Ну, бабочка, кстати, да, нужна. Я вот думаю, что мне сейчас дальше собрать, криты или кирасу. Наверное, кирасу соберу. Так, а ну сейчас попробую переподключиться. Может, у меня исчезнет этот звук вонючки, потому что я ее вообще включать пока не думаю.
Как же это прекрасно. Прям такая тишина. Сплошное наслаждение. Слушай, ну, в принципе, я готов выйти на первого Рошана. Поддерживаешь? Райская. Угу, сейчас. Слышишь, Влад? Райская, а не сплошная. Да-да-да. Я тебе тут. Так, возьмем немножечко ловкости для брони. Да, нас, в принципе, и так не должны пробивать. Хочется включить вонючку, но нет. Переложи Сашу Яшу вместо... Ты понял, вместо Медасика. Уже не важно. Так, ну давай тогда сразу на... господина медведя. Угу. Присоединяйся. Сейчас тут квепать сразу начнут, но это уже... дело десятое. Так, я тут сейчас еще голды дофармлю, и можно возвращаться на Рошана. Все, дофармил. Пошли на Рошана. А ты что сейчас сапаешь? Ну, я всегда с метаза начинаю. Сейчас, скорее всего, лавочку апну. Погнали на сам знаешь кого. Иди сюда. Вот сюда бы найти пассивку Венги, ульту Свена, которая, кстати, мне кажется, не попадается в книжках в дополнение к этому. Криты Джаги. Разогнался, да, имба шоу. Так, ну можно, в принципе, еще одного Рошана забрать. Блин, мне вроде как бы и криты нужны. И в то же время было бы неплохо собрать сюда ганглетку. Она прям очень сильно усиливает урон. Ну, под конец я ее определенно соберу. Мешочек с золотом. Погнали. Сейчас я. Прям на самом деле ганглетка напрашивается даже больше, чем Берсеркер с армор. Интересно, чем мне гринстоун не дали. А у тебя ноу соус случайно не включен? Нет, у меня одна гринстоун есть. А, ну две не может быть у тебя одновременно. Угу. Спасибо за вовремя данную информацию, да?
Блин, еще и... Ай, не то купил. Сюда, парни. А, есть зеленый. Погнали. Сейчас. Это я вообще без шмоток останусь с такими темпами. Ну так ты закупись. Или просто денег выложи. Нет, я хожу постоянно, боссов убиваю. Выложи. А что ты хочешь выфармить? Да, King's Guard хочу. Ну, смотри, там сейчас еще одна зеленая упадет. Выложи на землю. Неважно. Да я его сейчас сам убью. А я опять вонючку включил. Ладно, давайте тогда соберем аганим. В принципе, вонючка пожа сейчас будет работать в некотором роде как радик. Буду призывать на себя крипов, и будет проще их выфармливать. Есть такая тема. Я думаю, можно, в принципе, выходить на next локацию. Фига себе, тут мешочков насыпало. Даже от рота уже урон. Ой-ой-ой, какой прекрасный нейтральный предмет выпал. Только засунуть его будет некуда от слова совсем. Но это не травочка, которая прям очень много дает. А, ну мы, в принципе, потом дизоль поменяем. Ну, я даже не знал, что они с этой стороны тоже спавнятся. Можно будет еще в перспективе затестить немножечко, как смотрится все-таки магический пуч. С радиком. С этим. Dragon Heartstaff, с Bloodstone и прочим-прочим. Силы, давайте съедим и, пожалуй, попробуем убить паучиху. Да, не зря. Можно теперь, в принципе, по КД ходить ее пытаться убивать. Такое впечатление, что до этого БФ у меня не работал. Так, давайте его продадим. Поначалу денежки нужны, а вот зеленый нам вроде бы не нужен. Да, у нас все зеленое. Можно, кстати, в левел выйти. Тоже, в принципе, неплохо будет смотреться. Как раз ультимейт с вами докачаем. Усиление атак у нас будет побольше. Да, давайте съедим немного уровня. На каком уровне следующем? 56-м.
Следующий на 106-м, понял. Кушаем уровни. На самом деле, мне, честно говоря, даже нравится, что здесь убрали дизоль радужный. И вместо него вот этот БФ совместили, можно сказать, теперь БФ, потому что до этого тут вообще никто почти не собирал. Ну, от него такого толку не очень много было, только поначалу. А в перспективе... С таким БФом, как сейчас, который дает минус армор, прям хочется его собрать. Не то чтобы хочется, это жизненно необходимо, я бы сказал, для того, чтобы выживать в этой кастомке. Тут 300 к урону было. Хотел отдать. Что-то пошло не так. Ребятки, ну куда вы? Ну не уходите. Скилл, я думаю, можно поменять, а можно, в принципе, и не менять. Выходим максимально в уровень. Нам нужен 106-й. Ну что, последняя получается. Можно выходить на синюю. Интересно, смогу ли я ее пробить? Ну, по идее, смогу. Давайте попробуем. Повесим на всякий случай на себя. Да, определенно можем. Вот он, путь во всей красе. Так, это у нас получается сейчас 500 фрагов, 250% усиления заклинания идет. Неплохо. Смотрите, они нас вообще не пробивают от слова совсем. Может, заспидранить немножечко. Попробовать не выбивать максимум с пуджа. А как-то больше уйти именно в скорость прохождения. Интересно. Попробуем. Посмотрим, что у нас вообще будет с этого всего получаться. Синего нету. Давайте тут немного пофармим. Нам бы крылья, кстати, выфармить. Так, появился синий. Сейчас попробуем здесь вот. Если, конечно, перекладывать медаси, говорят, быстрее фармиться можно. Все, погнали. Так, следующая синяя у нас будет здесь. Забавно так бегает, когда максимальная скорость атаки. Скорость передвижения. Так, это есть. И еще одна синяя нужна, получается, под мидас. Почему-то у меня такое чувство, что такой путч даже сейчас сможет выйти на красного. Рискнем.
Можно, конечно, пару тысяч силы съесть. Лишним не будет. А, либо... либо прокачать уровень на 156-м. Давай сюда, сюда. Побегай тут немного, пофарми. О, 2000 к силе. Давайте, в принципе, максимальный урон, уровень сделаем, на который нам денег хватит. А тут 50 уровней осталось, в принципе, можно докачать. Так, ну теперь нам нужно где-то нафармить 2500 крипов. Денежка, денежка. А, 1000 сила, короче, берем и выходим на красного. Так, 1000 силы есть. Титан Сливер сюда есть. Погнали, была не была. А пробивать он меня будет сегодня вообще, нет? Быстро ты его убил. Ну, сам в шоке. Где Сларк? А, понял. Сларка, видимо, нет. Но они вообще меня не пробивают. А чего у тебя такая защита-то? А, от шарда. В основном. У меня пассивка дает пассивный блок урона от всех источников, основанный на максимальном здоровье. То есть я блокирую 15% от 180 тысяч хп. Причем не скажу, что у меня слишком много хп как-то. Плюс у меня еще дополнительно вот это блокирует урон. Еще одна книжечка. Да, с ганглеткой там вообще жесть, что будет происходить. Еще и 70% к базовому урону. Но у меня сейчас пока не особо много базового урона. Я пошел это убивать. Кого? Для батвички все. А, сейчас, подожди, я ноусол включу. Давай, выбивай. Боссы прям появляться не успевают. Мне кажется, на боссах можно быстрее выфармливаться, чем на крипах. Вот я сейчас фармлю, мне уже 300к на руках. 400. Ты все там всех повыбивал? Да. Отлично.
Давайте съедим немного силы. Появился Сларк. Ну нет, от рота он даже под вот этим скиллом почти урона не получает. И получается еще буквально парочка нужна. Нужно 2000 к силе? Так, когда будет кулдаун на 4 секунды, появится Сларк. Ну ладно, почти на 4 секунды. Ну что, была не была? Не была. Тебе нужны еще какие-то красные или что-то такое? Так, там какая лост выпала? Так. Красная, синяя, раз. Два. Да, по три раза надо мне их. Хотя, погоди-ка. Даже четыре. 4 красных, 4 синих. Сейчас поищем. А ты сам не, ну, не можешь, да, еще выбивать? Да слушай, да я даже не знаю. Ну, давай рисковать не будем. Сейчас я тут немного пофармлю. Как я интересно грибов убиваю уже быстро. Что будет, если я к нему подбегу и вот так вот сделаю? Ладно, ничего интересного. Да, урона это много не наносит. Погнали дальше ничей фармить. Хочется найти какой-нибудь интересный скилл. Это вот называется, решил устроить быстрое прохождение. Спидран. Ой. Мисклик. Так, ладно, погнали. Ой, команду ввести, жесть. А, у меня ж вылетела дота. На пуджа смотреть невозможно. Сейчас найду команду. В дискорде она у нас сохранена. Вот такая команда. И все, теперь мы можем спокойно смотреть на пуджа. Ну что, давайте попробуем. Ноль пробития. Я его, кстати, тоже не особо сильно пробиваю. Так, давайте отойдем, стаки сбросим себя. Попробовать на этого, на красного. Сука, все равно сожрал. Понял. Принял. Прям как-то такое чувство, как будто я прям слишком рано на него вышел. Просто забыл купить моб. Добью его, интересно, нет? 7 секунд. По идее, должен, да.
Найс. У тебя на соло стоит? Нет. Вот теперь стоит. Думаю, можно просто немного книжек на силу скушать. Тысяч так... Хотя бы 10-20. Ого, у меня сейчас хп прям в ноль улетело. Прожал ганг... этот... фигню эту. Давайте еще десяточку съедим. Так, а мне там надо, получается, на следующую пассивку. Ага, 20% усиления урона от атаки есть. Блин, 1500 крипов. 1300 фармить. Это довольно много. Пачек демонов рядом нет? Я не потяну две пачки демонов сейчас. Конечно, через магию я не хотел собираться. Ой-ой-ой-ой, вот то, что я искал. Это прям то, что доктор прописал. Если еще найти призыв атак, ну хотя, в принципе, это тоже неплохо. Так, давайте сидим еще немного синим. Ну, здесь, может, не успевает, а так успеет. На боссе том же. Там осталось уже 1000 крипчиков до последнего бафа. Урона прям очень много. А ты смотришь по пассивке, которая флешхип или которая ульта? Ульта. А по ульте тебе 1250 вроде? А, 2500 надо. У тебя 1300 только сейчас. У меня сейчас 1700 добитых крипов. Это флешхип, а тебе надо по ульте. Нет, я вижу добитых крипов слева сверху. А, ты так имеешь в виду? Угу. Ух ты, какой красивый хук. У тебя, наверное, в тот раз поэтому сразу и не зачитала. По 700, да, я понял. Нормально, я такой этот раз все равно разогнал. Так, ну давай рискнем. Господи, что у меня с Мираной? Крон сломался, мне до атака осталось. Крон сломался. А что с Мираной? Скорость атаки? Да, нормально так пошла. Тебе черные нужны еще? По-моему, нет. А, так. Нет. No Souls включи, я ганглетку хочу собрать.
господи. Как же они отваливаются. Так, я даже не знаю, здесь у нас получается... Нет, ганглетка явно больше даст. Вот это можно поменять. А можно и не менять. Так, ну давайте еще поедим немного силы. Спасибо. За подгончик. Миндасик нам, в принципе... Можно сам купить. Нет, не надо. Сейчас третьего Зевса, и можно, в принципе, на квапу идти пробовать. У меня даже не максимум силы. Без ганглетки и без вот этого блейда. А вот с ганглеткой, с блейдом. Это с учетом того, что у нее еще бешеная регенерация. Ой-ой-ой, что я нашел? Прям то, что надо. Так, максимум. Да придет мне презеф атак. Или не придет. Ну, в любом случае, с вот этой пассивочкой прям прекрасно. Ну, кстати, вот эта фигня выпала. Давайте затестим. Так, ну и как обычно. Ой, а что это тут за куча соулов? Три с половиной миллиарда. 3,2, точнее. Где твой моб? Сейчас будет. А вот с момом. Одиннадцать. Неплохо. При всем при том, что это без статов. Ну, без... У меня даже миллиона силы. Даже половины миллиона силы нет. Он скилл не жмет? Не жмет. Кто не жмет? Папа. Давайте. На! Крит вкачаем. Что-то ничего особо интересного не падает.
Спасибочка. Все. Ма. Скиллов интересных. Ну, давайте попробуем так поискать. Что нас в теории может заинтересовать? Только призыв атак. Вот один раз она мне, мне кажется, за все это время попадалась. Видимо, больше не попадется, да? Дерево тени. Смотрите, как без БФ вообще не пробивается. Но прикол в том, что она нас не пробивает. Давайте башим. Ну да ладно. Так, что, пошли урон наносить? Ой, жесть. Че-то я шотнул? Да. Так, я думаю, хук нам не нужен. Блин, да мне скилл какой-нибудь нормально выпадет сегодня, а? А что ищешь? Я не знаю. Что-нибудь такое интересное. Например? О, Хаос Страйк нормальный скилл? Ну, такое. Так, крит ЦК? Да. Ну, как крит ЦК. Будешь лайфстилиться от него. А, я хочу этого снайпера найти. Ульту? Каждый развлекается как может. Перед спорным спектром вытирайте ноги. Что-что еще раз? Я говорю, перед входом на спектру вытирайте ноги. Угу. Не говори. Блин, может статов поесть? Ну, статов так долго есть. Ладно. Ты когда придешь, потом поймешь, что я сказал. А, я понял. Ты там нам подарочек оставил. Один миллиард денег у меня. У меня 10 миллионов. Так, а это что? Вот эти вот книги, которые дают дополнительные скиллы, нужно убрать. С какой-нибудь с третьей, с четвертой квапы. Они прям раздражают. У меня хоть 2,5... А, мне еще и 2,5 тысячи крипов нету. Надо срочно это исправить. А в чем прикол? 2,5 тысячи крипов. Последний баф мой сработает. А ну давайте шотнем Зевса. Ладно, почти шотнули.
Надо хотя бы 1 000 000 статов. И интересно, что получится у нас со спектрой. По 650 тысяч всего. Да, с курьером, конечно, можно было прям вообще очень много разогнать. Но, к сожалению, курьера у нас, друзья, нету. Блин, у меня деньги, в принципе, не качаются. Не кончаются. Ой, слушай, у меня есть классный предмет для тебя. Плюс 100 тысяч ко всем статам. Хочешь? Это что за предмет? Не ко всем, точнее, к силе, к интеллекту. Да. Я посмотрел на тебя, у меня игра зависла. А, понял. У меня крипы не хотят появляться. Да, в принципе, нет, у меня по 200 тысяч статов каждого. Двести тысяч статов? Немаловато. Как по мне, нормально. Мне кажется, можно больше. Да я просто на книги все трачу, не на статы. А ты где? А, ты этих фармишь, да? Я просто испугался, что ты фармишь. Давай, слышишь, квапу я заберу. Приходи. Так, предел достигнут. Это что такое? А этих? Так, ну здесь, в принципе, мне больше не надо. У меня чисто на магию скиллы падают. Две тычки! Две тычки на Зевса. Жесть. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут за сюрприз. А, понял. Это коврик. Я понял. Предел достигнут. Ну все, у нас получается максимальный лимит. Можно, конечно, поискать что-нибудь еще интересное. Ну, сейчас минус армора и сделаем. А сколько там минус армора? Прям маловато. Стиган бы найти. А сколько максимум стаков? Максимум стаков 40. Ого. Что-то она меня в какой-то момент дамажить начала. Девяносто лярдов. Ой, блин. Иди, ну, сквап. Я хотя бы один скилл хочу себе выбить. Иди, сквапы, выбей себе. Возьми фиолетовые книжки и сделай себе больше скиллов. Фиолетовые книжки? Да. Ой, на квапу нажми, она мертвая. Тут крипы, в принципе, закончились. Надо немного настакать. О, 30 КДР, 50 ко всем статам. Приятный предметик, было бы мне его куда засовывать. Мана брейк. Зашибись. Ой, друзья, я в шоке, насколько жестко сейчас можно с руки собираться, но итем билд просто один и тот же. Это моя уже пятая вроде бы игра, и тупо один и тот же итем билд. Можно с курьером еще больше разгонять, но в принципе вот 100 лярдов на 60-й минуте на самом сложном режиме, я считаю, что это прям провал. Нужно больше сложности. Да, это все. Здесь, как обычно, балуем. Тебе нужно на время закончить игру. Ну, это такое уже. Вот, ну, в любом случае, спасибо за просмотр. Не забывайте поддерживать видос лайком. Здесь, как обычно, балуем. Всем спасибо, всем пока.